Более 2000 ребят с Алтайского края совсем скоро пополнят ряды российской армии. Барнаульские призывники сегодня выслушали напутственные слова от старших наставников и родителей. В Институте культуры прошел День призывника. В концертном зале будущие солдаты. Служить родине в разные воинские части страны отправится более 500 парней Барнаула. Уже через несколько дней ребят отправятся нести службу в Калининград, Севастополь, Москву и не только. Илья Горобченко, к примеру, мечтал служить в президентском полку, нести почетный караул. Он вместе с другими кремлевскими парнями отправится к месту службы уже в середине ноября. Ну а сегодня в адрес барнаульских солдат звучали напутственные слова, которые станут для мальчишек стимулом и поддержкой на целый год. Чтобы они вернулись оттуда возмужавшими, взрослыми парнями, и чтобы та профессия, может быть, военно-учетная специальность, которую они приобретут в вооруженных силах, проходя службу, пригодилась им на гражданке.